Какой будет погода во вторник, 14 ноября? Об этом расскажет Надежда Шибалина. Давайте узнаем, что нас ждет. Здравствуйте, о погоде на вторник, 14 ноября. Расскажу вам я, Надежда Шибалина. Спонсор прогноза погоды – Kia Автомотор. Платиновый дилер Kia в Кирове. Улица Московская, 166, напротив метра. Предложение, которое не оставит вам выбора. Kia Sportage в наличии с выгодой до 149 тысяч рублей. И зимняя резина в подарок. Только у платинового дилера Kia – Kia Автомотор. Мы на Московской, 166. Звоните 523-300. В Кировской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки в виде снега. В Лузе 0 градусов, в Кирсе и Вятских Полянах плюс 2, в Яранске, Слободском, Котельничи и Нолинске на градус ниже. В городе Кирове днем ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки в виде дождей и мокрого снега. Температура воздуха 0 плюс 1 градус, ночью в городе 0 плюс 2. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер подует южный со скоростью 3 метра в секунду, относительная влажность воздуха 91%, магнитное поле неустойчивое. Это был прогноз погоды на 14 ноября, и у меня на этом все. Желаю вам хорошего вторника.